Канадские власти присоединились к научно-исследовательской работе по технологии блокчейн. По данным CoinDesk, правительство штата Онтарио, города Торонто, а также Центральный банк Канады присоединились к исследовательскому институту блокчейна, основанному Доном и Алексом Тапскотами. Надвин Байнс, министр инноваций, науки и экономического развития Канады, сказал, что это партнерство в области исследований даст стране глобальное конкурентное преимущество в развитии этой революционной технологии.